Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами будем делать двухтрубный кораблик. Для того, чтобы его сделать, нам понадобится квадратный лист. Но у нас нашелся только лист А4, и потому мы из листа А4 сделаем квадратный лист. Берем наш лист А4. Если у вас есть квадратный, можете это перемотать. Но я все-таки покажу. Для тех, может, кто не знает. Сгибаем вот таким вот образом. Ровно по линиям. Вот так. И отрезаем вот этот вот край. И у нас получается квадратный лист. Как вы видите, потом мы его разгибаем, у нас получился квадратный лист. Как одна линия у нас уже есть, то сворачиваем вот так вот. Сворачиваем ровно по линии, чтобы сделать вторую линию по диагонали. Вот, и у нас должен получиться вот так вот. Теперь приступим делать кораблик. Берем наш лист и сгибаем один угол к центру. Вот, загнули. Поворачиваем и сгибаем второй угол к центру. Поворачиваем и сгибаем третий угол к центру. Поворачиваем и сгибаем четвертый угол к центру. Вот так вот. А теперь берем и переворачиваем. Берем и повторяем то же самое. Берем и сворачиваем к центру. Берем и сворачиваем к центру. Чем вы ровнее будете это делать, тем ровнее получится сам кораблик. Вот, берем и переворачиваем. Теперь берем и сворачиваем к центру. Ну, опять же, повторяем то же самое действие. Это уже последний, третий раз. Вот так вот. И теперь переворачиваем. И теперь самая важная часть. Нам надо сделать трубы для нашего труба. Смотрите, берем. Вот, у нас получилось такое вот, когда мы перевернули. Берем и смотрите, как делаем. Вот так вот. И у нас получается так. И делаем на противоположный также. Вот, берем за этот край и разворачиваем. Теперь берем эту заготовку и делаем вот так вот, за эти вот края мы ее разгибаем и подравниваем чуть-чуть. Такой вот двухтрубный кораблик мы сделали, но можно делать не двухтрубный кораблик, а что-то похожее на парус. Для этого берем и опять сворачиваем вот в такую вот позицию, как раньше у нас была, вот такая вот. И теперь убираем наши трубы. То есть у нас должна получиться вот такая вот заготовка. Опять же, вот так вот у нас эти углы. Вот такая вот заготовка. И теперь, ничего не делая, просто разворачиваем. У нас получился вот такой вот кораблик. Ну а всем спасибо за просмотр, друзья. Если хотите, ставьте лайк. Ну а захочете, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. До встречи, друзья.